пошли. Видишь, игра другая совсем. Да вон Андрюха есть. Сейчас бы зашла баночка, был бы этой, блядь, вообще нахуй. Ворота маловато. Этот падает сзади, я понимаю, что правильно, сзади, я тоже упал. По-любому рухнул бы. Да, ребята. Туда, туда, туда. Ладно. Ну ты, конечно, дал, Андрюх. Что ты поснимаешь? Не хочу. Давай. Да ты задрал, однако. Есть,
куда пошел? Слева. Ворота не держи. За какими воротами? Вон, вон, по диагонали, смотри. Вообще не вижу. А, все, вижу. Ну, должен был, обещал, по крайней мере. Да я даже вместе с ним схожу. Нам все равно поговорить надо. Ну, и поснимаю, и схожу, все успею. Ну что, так удачи после игры? Работа. Да ладно, прям сразу? Сразу. Вот ты везучий. Что, ты там напилил чего? Коля сейчас здесь на машине. Я думаю, можно будет подъехать. Ну не сегодня. А у тебя есть хоть что? Или ты еще есть? Набирал. Первого набирал. А. 30-го еще как бы чуть-чуть рано было. Ну вот, блядь. А мне надо было 30-го знать. Точно, не точно. Мог бы сам позвонить. Ну я знаю, что ты в пути. Во сколько ты приедешь, сами? И это, опилок сколько? Да, опилок, господи, я там несколько мешков возьму, да и закинем. Вот, мешка 3-4. Вот, а ты где не могу не так, а это надо. Как это надо? 4-2. С кем? Можно. 5 штанги, да? Две штанги подряд, 5 стрельбов. А, тут сейчас. Вот 1-0, правильно. Что сейчас собрать? Победил 4-1. Выиграли? Какого? 17-го уеду с утра. 11-го. Ты куда пойдешь на кладбище? Ну надо. Еще вообще ничего не планировали. Ты какого здесь? Они же раньше были. То ли 10-го вроде уезжают, я не помню.
Так это тетка будет, они на поезде поедут, а этот я не знаю до какого будет. Ну, знаете, он может даже завтра сдриснуть. Это человек непостоянный. Я думал, тебя сейчас на пиво распустить. Ты вообще в Анастасино только вот на Радуницу приедешь, да, получается? Да.
Да. Значит, я. Тихо. Давай, 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 Следующий, Макс.
подожди тебя. Не подожди. Давай. Идем. Алло. А? Ну, хотелось бы. У меня на мотор денег нет. Все, полетел. Да. Ну давай. Я как узнаю, когда уезжает, я тебя звякну. Трубку ж возьми. Ну, постараюсь сегодня тогда узнать. Крякал он уже. Его крякал сколько? 20, 10? А я не видел сколько. Он предлагал просто этот режим включить. Но я отказался. А что, так нифига? Режим увидел, наверное, нифига. 13. Валат.
холодно, жесть. Слышь, у тебя куртка какая? Мало того, что ты от природы укомплектован. Мне просто нужно было черную делать. Экономия 10%, Макс. Thank you.
А тот нет. Ну а что, так? Лево-лево забегает! Пиздец, никого, блядь. Стали жесткие, да.
Лови! Бля, куда, Лёха? Гори! Лёха, ниже, Лёха, ниже! Лёха, ниже, ниже, Лёха. Ниже, ниже, Лёш.
пиздец.